Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про кіноринок в Україні та акторське навчання. В нашій студії актор театру і кіно Роман Лук'янов. Роман Лук'янов – актор театру та кіно, закінчив економічний факультет ДМТАО та факультет режисури акторської майстерності КНУКІМ. Працював у Дніпропетровському академічному театрі імені Горького. Приватний підприємець у сфері вантажу перевезень. Основна робота – кіно. У фільмографії більше 60 ролей. Пише сценарії та планує їх втілювати в життя як режисер та продюсер. Одружений, має двох дітей – Ніка та Богдан. Хобі – спортзал, комп'ютерні ігри, монтаж відео, автомобілі. Романе, рада вас вітати в нашій студії. Доброго дня. Тож, ми знову тут з вами спілкуємося, загалом знов про акторів, про навчання, про кіноринок. Десь півтора роки тому з вами зустрічалися саме у цій студії. Я так розумію, що у вас є новини і ваша фільмографія розширилася з того часу. Можливо, про щось таке найбільш актуальне і найбільш вагоме для вас. Хочу попередити, що я можу розмовляти українською, але щоб не показувати знання українською, а просто розповісти цікаво, то я все-таки перейду на русський, тому що я в побуті російськомовний. Можемо і так розмовляти, Да-да-да. Якщо вам зручно, то давайте російською. Я хочу розказати, щоб зрителю було інтересно смотреть, в першу чергу. Значить, фільмографія моя поповнилась детективним серіалом под названням «Ход прокурора», зритель може ознакомиться. Чем мне понравилось участие в этом проекте, я, поработав 5 месяцев прокурором, теперь сейчас в жизни втилю все рабочие моменты прокурорские, я сейчас пользуюсь этим в жизни, вы знаете, помогает. Я начал чуть-чуть по-другому относиться вообще к происходящим событиям вокруг. Кто что говорит, не факт, что это так говорит, да? Что ты видишь, не факт, что ты видишь именно то, что ты видишь. Ну, я в этом плане. И вы знаете, отлично. Вот я стал чуть-чуть легче мне стало жить после 5-месячной работы прокурором. Романе, давайте зазначимо, що серіал «Хід прокурора», там, де ви грали саме прокурора Сокола, в кожній кожна серія – це окрема реальна історія, да, розслідування, якою вела прокуратура на чолі з колишнім генеральним прокурором України Святославом Піскуном. І, до речі, він також з'являється в кожній серії, це так? Так. Це саме він, не актор, який замість нього грає. Це саме він, і я можу сказати, він навіть приймав участь у затвердженні акторів. Тому, тому саме вас він обрав. Він обрав, я можу похвастатись, я можу похвастатися, що він мене навіть хвалив в кінці. От сказав: «Ромчик, красава». Тож, екс-генеральний прокурор, до речі, я дивилась першу серію цього серіалу, він начебто от пояснює глядачу, що саме відбувається. Ну так, да, тому що це треба 2 години показувати, він деталі... Такий провідник кожного розслідування да, цього да, серіалу. Так, він деталі об'ясняє дуже так в студії, а ми, як актери, вже обігруємо те, що він розказує, виходить. До речі, в серіалі ви говорите такою гарною українською. Українською? Я можу говорити в кадрі. Англійською, китайською, українською. В кадрі я вивчив і органічно це розповів. Ну, це ж це моя тобто робота. Тобто це акторське таке, така можливість говорити будь-якою мовою, запам'ятав. Навіть англійською. Я знімався в минулому році в англомовному проєкті. Мені сказали: «Вау, Роман, у вас така чудова англійська, а я її не знаю». Ви уявляєте собі? Я так вивчив її і так її органічно розповів. Я, що англомовні актори, говорять, у тебе гарна англійська. Акцент?
Ну, акцент, то акцент, ну, все одно. Я а намагався... ви не вільно володієте англійською, я так зрозумію. Я її середній рівень, так, угу. Середній рівень. А як то, я до того, що я можу спілкуватися українською, можу якою завгодно, але в побуті я розмовляю російською. І мені щось розповісти вам, щоб передати емоції. Ну, а вже ж, тоді потрібно розмовляти російською. Тому ще раз перепрошую, але я перейду на русський. Без проблем. Тож, ви в цьому серіалі грали прокурора. Так. В принципі, можна подивитись. На Ютубі є кожна серія. На Ютубі є, так. Да. Угу. І, як на мене, то цей серіал такий навіть для тих поліцейських, можливо, які навчаються. От він такий теж, як помічник, можливо. Ну, звісно, звісно. А всі, учитывая, що ці історії були не придумані, а реальні, то і всі мероприятия, которые делают прокуроры, они тоже реальные, эти все мероприятия, которые, это не то, что мы придумали, что это в жизни сделать нереально. Вот поэтому и работникам структур это интересно, этот сериал будет интересен. Чи є відгуки від працівників прокуратури або поліції? Ну, лично мне я не слышал. Что конкретно там с нашим главным героем, да, с Пискуном, как там с ним его коллеги общались, я тоже без понятия. Но могу так сказать, сам Пискун нам всем сказал огромное спасибо, ребята, вы отобразили именно то, что я и хотел рассказать. Опять же, повторюсь, а меня он прямо отметил. Сказал, Ромчик, ну, говорит, единственное, что если бы бороду сбрить и оставить усы, говорит, как у меня, было бы хорошо. Ну, естественно, да. Он даже просил, чтобы я бороду сбрил. До речи, съемки тривали в Киеве, так? Это все киевская история, конечно. Это все киевская история. У нас в Днепре, если честно, я еще ни разу не было ни одного съемочного дня у меня киношного. Рекламные были в Днепре. А киношного не было ни одного. И я даже не знаю, когда будет в следующий раз, потому что у нас что-то вообще туго в Днепре с этим. Але ж все ж таки з'являються кінопавільйони, есть, можливо, і контрабас, у нас є у нас люди, які цього хочуть. Я всячески з цими людьми комуніцирую, ми намагаємося друг другу допомагати. Но мы, конечно, друг друга по плечу хлопаем, но ничего не происходит, понимаете, в чем проблема. Пока еще лучше верим. Да, мы просто верим, конечно, да. Романе, тож от ми торкнулися рекламних зйомок, якось бачила у вас пост на Фейсбуці, там, де ви писали, що в рекламі принципово не працюю, але для податкової зробив виключення. Да, для податкової, тому що... Бачила нещодавно рекламу, яка вийшла стосовно декларування. Декларування, ну це вже соціально важливі речі. Это все-таки не то, что, вот, смотрите, йогурт вкусный, он может не вкусный, а я говорю, что он вкусный. Вот это я не хочу рекламировать. Самое того вы не любите. Я не люблю рекламу как таковую. Лучшее средство, я не знаю, какое это средство, честно. Поэтому то, что мне его дали, я его показываю, не факт, что это лучшее. Я не хочу подписываться, подать. А это я закликаю людей декларувати свои доходы. Социально відповідальні. По-моему, это довольно-таки нормально. Поэтому я и согласился. Мне предлагали, я сразу отказался. Чтобы вы поняли, я отказался напрочь. Мне перезвонили и сказали, вы же поймите, это не реклама, это ж типа ваш авторитет, что вы сказали людям, ну хорошо, да. Ну, в общем, декларуйте. До речи, Роман, скажите, вот саме цю рекламу знімали в Дніпрі? Нет, это все киевская история. Я же говорю, я в Дніпрі, в принципе, только к вам хожу. Раз полтора года. Навіть так. Тож, Романе, ми з вами говорили, що, в принципі, Дніпро вам дорогий, ви все ж таки тут живете, продовжуєте, да. Хоча, я так розумію, для актора все ж таки Київ, там весь процес відбувається. В Дніпрі тяжело жити, займаючись кіно. Я до сих пор це іспитую, це тяжесть. І багато моментів, коли у мене вже... Вот был на грани переезда, потому что я понимаю, что ну там у меня оно есть все, прямо вот вышел и есть, а здесь нет ничего, то, чем я занимаюсь. Ну, это неудобно, это по всем параметрам неудобно. Но все равно, я Днепр, до сих пор еще, пока Днепр, еще у Днепра есть шансы меня здесь оставить. Потому что я еще остаюсь, я держусь. Вот надо городу как-то что-то научиться снимать кино, наверное, как-то.
как-то вот общими усилиями, не знаю. Все ж таки розвивати. Ну, хоть как-то, ну, надо хоть один фильм в год снимать. Вот надо как-то, чтобы наши руководители городские все-таки подумали и об этом тоже. Я понимаю, мы все бизнесмены, мы понимаем, что купил, продал, это все хорошо, но творчество надо тоже развивать, без него никак. Поэтому думайте, наши руководители, ну, что-то надо делать. Подключайте нас всех, вон, пожалуйста, тоже контрабас, все, ну, пожалуйста, собирайте нас, я как говорю, соберите нас, кто к этому относится, давайте хотя бы обсудим, а что мы можем, что для этого надо, есть же сценарий, есть все, есть локации куча, у нас в Днепре можно это делать, хотя бы хоть чуть-чуть, хоть начать хотя бы, понимаете, проблема в чем, что никто даже не начинает этот разговор. Ну, я начинаю, там, Саша начинает, Тесленко, мы что-то там поговорили между собой, вдвоем, кстати. Я третьего даже не знаю, кого. Вот вы знаете третьего? Я не знаю. Саша, я и хто ще? Ну, насправді, да. Є люди, які знімають документальне кіно, але це трохи інше. Трохи. Ігрове кіно, воно ж у нього специфіка друга. Документалку, понятно, это я не буду говорити за документалку. Я, як не говорю за театральне іскусство, тому що я зараз не в ньому. І я не сужу о театрі, о їх, що у них твориться. Також я не сужу по документальному. Документалістика не то. Ігрове кіно – це повністю віддільний такий прошарок. Віддільний пласт, яким треба займатися. І ми готові. Будемо сподіватися, що вас нас почують. Нас почують, однозначно почують. Але ж коли? Я вже 15-й рік пішов. Романе, знаю, що ви, коли живете в Дніпрі, то все ж таки намагаєтесь внести свою, так би мовити, таку лепту, так, в кінорозвиток, в розвиток акторської діяльності у Дніпрі і розробили такий проєкт «Перший кіношах». Да, тож запрошуєте або початківців акторів, або взагалі акторів, які ще не мають досвіду зйомок в кіно, допомогти їм. Розкажіть про цей проєкт. Я быстро, я в двух словах объясню. Тут, наверное, больше все-таки уже для освещенных акторов, которые уже получили диплом, а не знают, что с ним делать. Тут, наверное, в этом плане. Потому что я не учу на своих курсах, я не учу граты, мы не ставим какие-то сценки, мне это не интересно. Мы работаем четко над тем, как себя презентовать на пробах, на кастингах, как попасть вообще на съемки. То, что ты закончил, получил корочку, это одно. А потом ты берешь эту корочку, садишься перед компьютером, и что делать? Вот. И вот это, когда ты сел с этим вопросом, я говорю, набирай, ищи Романа Лукьянова, обращайся ко мне. И после, вот у меня рассчитано, мой курс рассчитан на 6 занятий всего. 6 занятий четко, без теории, без ничего. Сразу же идет практика, мы съемочный процесс. Вы сразу, человек с первого же занятия начинает участвовать в кадре. Он заходит в кадр, он в кадре говорит, он начинает понимать, что вообще, как это все видит тот, кто смотрит то, что он наснимал. И когда человек начинает понимать вообще, что ему надо снимать, ему намного легче потом самому, без меня, без кого-либо, как я сейчас. Я что понимаю, что надо понимать. Що треба режисеру, що треба продюсеру? По яким параметрам взагалі утверждають? Чому мене утверждають? Тому що я знаю, що мені треба зробити, як мені треба зняти, як відправити, що, в якому виді, в яку обертку це завернути. Давайте зазначимо, що, власне, зняти потрібно якийсь матеріал, там, де ви... Допустим, проби. На кастинг, так? Проба. Проби, проби. Вам говорять, сніми мені, будь ласка, на Івана, проби на Івана. Человек снимает пробу, его не утверждают. Текст, потрібно озвучити. Конечно. Есть текст, есть же у этого Ивана персонажа, есть какая-то жизнь. Вот надо вот это все понять. И не просто понять, а уметь это показать. Потому что в основном это идет как просто кадр и болтовня. И я как профессионал, я всегда смотрю очень много проб, я смотрю чужих. Но люди обижаются, а там не за что утверждать, это просто болтовня в кадре. А они потом обижаются, ну что же нас не утверждают? Потому что, я же говорю, потому что есть моменты, которые, они не попав на площадку реальную, они не знают, что от них требуют. Поэтому, а чтобы попасть, надо, получается, где-то этому научиться. Вот я же и предлагаю, ребята, обращайтесь. После моего занятия, я вам говорю, у вас...
утверждаемость стане сразу же, ну, мінімум на 300% більше. Яким чином ви до цього дійшли? Тобто власним досвідом? Да, я скажу так, власним досвідом і підняттям спроса на это. У люди між собою, от я в Києві багато людей, да, общаюсь. Люди спрашують: "Нас нікому, ніхто не учить этому. Нету людей, которые говорят: "А как? Есть мастер-классы, но они все в Києві. Как попасть на съемочную площадку?" Да, вот мой друг проводит, режиссер. Да, он правильные вещи рассказывает, но в Киеве. Я, в принципе, рассказываю приблизительно то же самое, что и он, но только с актерской стороны. Он рассказывает с режиссерской о том, как я хочу увидеть вас. А я говорю о том, как надо себя предоставить, чтобы вас увидели. Как надо, что надо себе сделать, насколько быть ярким. Обязательно быть ярким надо. Это 100%. Чтобы тебя заметили, чтобы даже листая, опа, и вернулись на вас. Пролистывая, все равно на вас вернулись и посмотрели. Подожди. А ну давай посмотрим на секунду больше. На секунду больше человек задержится. Я вам говорю, вы этой секундой можете реально себе сделать утверждение в какой-то суперпроект. Потому что вы правильно подали себя. А не просто, смотрите, какой я красивый, хороший. Красивых, хороших очень много. Прям все. Вот прямо здесь. Все красивые, все хорошие. А в кадр ставить уже не каждого. А в кадр уже не каждый станет. Или станет и будет и такой, кто-то будет такой. Понимаете, в чем дело? Разные люди, а надо смотреть, чтобы ты был в первую очередь живой. Вот живой. Если ты будешь живой, все. Тебе будет утверждение. От ви так кажете, вас очі навіть горять, і я так думаю, що да. Ось саме ця енергія має бути видима режисеру. Эту енергію я і пропагандирую якраз своїм ученикам-студентам. У мене є вже студенти, і я можу сказати, що люди, які зараз у мене вчаться, вони, звісно, в шокі, у них волосы дыбом. Вони говорять, ми навіть коли шли к вам, ми не думали, що все буде іменно так. Потому что я эту энергию настолько заряжаю, вон, люди уже переселяются, уже вот я вам говорю, моя ученица уже сказала, все, переселяюсь в Киев, еду, буду в кино. Вот посмотрим в следующем году, вот она будет в кино 100%. Тобто чекаємо нових зірок. Да, нових зірок, конечно, потому что люди понимают, теперь поняли смысл, что от них требуется вообще на пробах. Вот такого плана. Романе, а скажіть, будь ласка, загалом ви, в принципі, тут живете, зараз завдяки онлайну, то можна відправляти проби будь-які проекти. Проби називається, так. Да. І, тобто, не обов'язково одразу їхати на... А в этом же ж суть. От якраз живі проби, вони, звісно, краще. Ну, на живі проби зараз вже ніхто нікого не зове. На живі проби ти прийшов прямо з режисером, поговорив, прям понравился йому, договорився з ним там, що там договорився, неважно. От на це ж розчет йде. В основном, я там с режиссером встречусь, я потом с ним, мы с ним наладим контакт. Сейчас уже некогда налаживать эти контакты, как мне говорит моя ученица. Сначала же надо мосты налаживать. Некогда, вы поймите, некогда мосты налаживать. Вы пока будете свою сторону строить, уже уйдут все. Некогда, никто не будет ждать, пока вы настроите свой мост. Я должен прийти сразу, прям в секунду. Зашел и всех взял. Прямо сразу же собрал всех до кучи и говорит: ребята, вы мои. А они все хором говорят: а ты наш. Вот как надо. Для того, чтобы было так, то надо эту энергию передавать в самопробах, в видео. Вот тебе говорят: ой, как у нас, кстати, много актеров жалуются, что перестали быть пробы живые. Вот это живые пробы, закончились эти самопробы. А вот и все. А вот смотри, а теперь я смотрю на тех наших именитых, которые просто попив коньячку с режиссером, уже договаривались с ним о ролях. А теперь нет, а теперь я отослал самопробу. И он должен отослать самопробу не хуже меня. Потому что если я отошлю хорошую пробу, его даже народного артиста не утверждают, потому что он тоже вот так поставил. Ему надо, вот народному артисту надо идти ко мне учиться. Потому что я ж расскажу, как зацепить. От ви говорите так, як, власне, продюсер, той, який може закохати або в актора, або в проєкт, або в новий фільм. Так і можливо, ви вже продумували саме діяльність продюсерську? Так, звісно. Я на прошлом ефірі це говорив. Звісно, у мене додається моя писанина. У мене вже 6 сценаріїв. Просто раз було 4. В прошлый раз було 4 сценарія. Сейчас у мене за год добавилось ще 2.
Кстати, один на тему ковида. Это очень интересный, кстати. Смешной. Это комедия будет. Mm-hmm. Потому что по-другому, как комедия, это ничего не назовешь. В общем, да, и поэтому продюсерский мой в чем заключается? Я свои не хочу продавать свои проекты. Mm-hmm. А я все-таки заработаю когда-то средств, чтобы их самому воплощать. Я их специально держу для себя. В Україні, власне, є фонди різні, є державні фонди, на які можна теж подаватися і отримувати гранти на виробництво фільмів. Чи я поняв ваш вопрос. Які варіанти ви для себе? Варіанти для себе этот. Я ще поки, к сожалению, я ще не вірю в те, що дійсно я прийду, лівий, нікому не нужний чоловік, и получу свой миллион гривен. Я его не получу. Или как у нас делается, в основном, как мне говорили, я этого лично не знаю, но, говоря как, мы тебе выдаем миллион, 300 тысяч ты нам сразу же с миллиона отлистываешь, а на 700 снимай. Но отчитайся как за миллион. Понимаете, в чем проблема происходит? То есть вы про коррупционные отношения. В этом же суть. Я почему не ищу инвесторов? Потому что я знаю, что вот эти все государственные инвесторы, это все пока что, я еще не верю никому. Вот прямо, вот покажи мне эти лица, никому не верю. Вот никому. Нету человека, которому я доверяю. Вот поэтому я не обращаюсь. Я не хожу на питчинги, я не обращаюсь. Может быть, если я с кем-то поговорю с частным инвестором, есть частные инвесторы, наверное, возможно, с частным инвестором есть разговор, а мы подумаем, что он будет с этого иметь, что я буду с этого иметь, допустим, да? Но с вот этими государственными, я уверен, что даже если всем понравится, они мне просто дадут денег 10 миллионов, а дадут 7. Только скажут, отчитайся за 10, и я буду как-то выкручиваться, эти 3 миллиона из 10, я должен буду, ну вы поняли, да, о чем идет речь? Что сказать, что я снял на 10, хотя снял на 7. И потом же, а потом снимается, потом у нас получается плохой материал, потому что мы где-то экономим. А потом мы выдаем, а нам говорят, так что там вы сняли вот это на 10 миллионов? Я сижу, смотрю и говорю, как это? Ребята, вам выдали 20 лямов. Куда вы их дели? Там же снято все, как хортпрокурора, 3 копейки. То же самое, только я не могу понять, чем отличается. Вы сейчас обратите внимание, я вам сейчас скажу. Вот, заходите на сайт телеканала, тот, который «Ход Украина», не будем, «Ход прокурора», да? «Ход прокурора». Да. И заходите на сайт, где висят у них сериалы. У них есть на одном сериалы телеканала. Есть у них дорогие сериалы и дешевые сериалы. Посмотрите, два сериала включите, они одинаковые. Дорогой сериал и дешевый сериал. Они одинаковые на восприимчивость. Поэтому нет смысла просить, потому что все равно это будет дешево выглядеть. А я хочу, чтобы мои проекты были дорогими. Дорогими на восприятие. На то, чтобы вы не то, что «О, это дорого, он на Мерси поехал». Нет, я поехал на Запорожце, но дорого. Вот, но на Запорожце, но как это смотрится, как на Мерсі? Вот так я хочу. Так, дійсно, для того, щоб знімати ігрове кіно, для цього потрібна і великовартнісна знімальна техніка. І техніка, і загалом, і все, команда, конечно, має бути, конечно, досить велика. Ви знаєте, в чому діло? І де знімати? Та де знімати? У нас ще проблема, кстати, в Дніпрі проблема. У нас нікого знімати. У нас театральних актерів ставиш кадр, вони всі грають мені. У нас нікого і знімати-то, по большому счету. От чесно, навіть в Києві, любой кастинг-директор скаже, тисячі людей, тисячі, в кадр ставити нікого. Ну, тобто, якщо актор, він давно в театрі грає, то в нього є досвід театрального мистецтва. Театрального. Чому ж я і ділю? Власне, я знаю теж випадки, коли ви, в принципі, теж грали в театрі, да. І потім перелаштовувались для кіно. Ні, не то, що перелаштовувались. Я можу так сказати, це залежить від чоловіка лично, від його умений все-таки самому розуміти різницю. В театрі він так... А в кіно приходить, він не применяє театральні фішки в кіно. А у нас приходять люди, вони применяють ці фішки. Це говорить о чому? Вони не розбираються в кінопроизводстві. Ну, він приходить і починає мені грати. Хоча, реально, допустим, якщо він 10 років поснімається, він потім в житті так не зробить. Він скаже, та ні, ну так же не роблять. От так повинні люди, у нас людей не учать кіно взагалі нігде.
ни в Карпенко, ни в Кнукиме, ничего. У нас нету кинопроизводства, а обучения этому. У нас есть так, лекции. Лекции, вот так как я пришел, мастер-класс рассказал, все посидели, похлопали. А что оно после этого мастер-класса? Непонятно. А мы только на самом производстве, вот те, кто конкретно на площадку попадают, набираются там опыта, и уже мы на самих площадках набираемся опыта. У меня уже больше 100 площадок, я уже опытный, да? 2-3 площадки, нет у тебя еще этого опыта. И, а как, а 2-3 площадки для человека не знающего, для него и 2-3, ничего себе, офигеть, целых 3 раза меня утвердили, представьте, да? А я говорю, 3 это мало. Поэтому, говорю, еще раз возвращаюсь, обращайтесь к Лукьянову Роману, и будет у нас людей больше, которых можно в кадр ставить. Але до вас звертатися краще тим людям, які вже отримали фах. Да, потому что я, честно, если вы хотите научиться, то вам идти на курсы, на учиться именно. В Дніпрі немає де вчитися, де отримувати освіту саме акторську, кіноакторську. Так нигде нет. Ні в Києві, в Дніпрі теж. В Дніпрі є хороша театральна. Там, по крайней мере, научать в Дніпрі, от если пойти в театралку, да, после школы. Вас научать этому вообще. Училище, да, но театральное училище. Я считаю, что это надо. Вас научат просто этой профессии. Вообще, что такое грат и что такое не грат, и вообще понимать. А я уже, вот вы берете алмаз, да, а я из вас делаю бриллиант, я просто вас чищу, но вы должны быть алмазом обязательно. Я не могу из камня сделать алмаз. Вы уже должны быть алмазом. И тогда я вам помогу. Вот я так имею в виду. Вы уже должны быть хорош. Вот хорошему... Но некуда деться. Вот иди ко мне. Я тебе дам эту дверь, и ты полетишь. Если ты хорош. Если ты никакой, то ни я не помогу, никто не поможет. Честно, если ты пресный. Надо понимать тоже, адекватно все-таки соображать о себе. Ты вообще являешься ли тем персонажем, за которым интересно наблюдать? Мы что, актеры, за нами интересно наблюдать. Вы говорите, глаза горят. Я просто знаю по себе о том, что со стороны, когда на меня смотришь, за мной интересно наблюдать. Ну, не оторвешь глаз. Потому что то он такой, то он грустный, то он яркие глаза. Вот в этом же фишка. Не только меня. Вот саме цьому можно научиться. Да. Де? В училище театральному. Да. Вот в театре учат быть действительно, уметь собой руководить. Вот своими эмоциями, своим телом. Уметь себя презентовать. В театре научат, да. Правильно говорить. Можно идти до Романа. А потом ко мне на курс. И если вы хотите, именно в телевизор. Дякую вам, Романе, за те, що сьогодні прийшли і досить так щільно розказали і про акторську кар'єру, про навчання і про власний досвід роботи в кіно. Дякую вам, що запросили, і наступного разу обов'язково буду радий. Так. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре. Thank you.